Общественности представили нового заместителя губернатора – Мария Гайдар, правнучка писателя Аркадия Гайдара и дочь российского экономиста Егора Гайдара. Экономист и юрист по образованию будет заниматься социальной политикой Одесского региона. По направлению я буду отвечать больше за социальную сферу. И моя задача сделать так, чтобы люди почувствовали, что не просто процедуры становятся проще, что не просто становится меньше коррупции, но что о них есть забота. Вы знаете, что ресурсов мало, ситуация очень тяжелая, но хотелось бы начать этот путь. Демонтаж старой системы под предводительством Михаила Саакашвили идет полным ходом. Недавно прошедший конкурс глав районных администраций привел в госаппарат новых профессионалов с западным образованием. Мы очень много привозим новых людей в администрацию. Мы сейчас набираем всех глав районов Одессы. Надо посмотреть, удивительно хорошие люди пришли. У нас сейчас где-то 10 человек уже больше глав районной администрации и внутри нашего аппарата с западным образованием, но это только начало. Оптимизация и сокращение чиновнического аппарата – одна из главных задач команды Михаила Саакашвили. Областную администрацию планируют сократить минимум наполовину. 13 департаментов мы сократили. Мы сокращаем аппарат в два раза. Ну, из 800 человек до 400. Все равно это очень много. Но одновременно мы убираем многие функции вредительства, которые там существуют, чтобы замедлять бизнес-процесс. Представление нового заместителя можно считать генеральной репетицией. Официально документ президент должен подписать в ближайшее время. Также Мария Гайдар получит украинское гражданство. Павел Репин, Думская ТВ.